тысяч миллионов триллионов лет не записывал. Так, что надо делать-то? А что, запись уже ждет? Хе-хе. Ой, так, это не моя реплика. Здорово, здорово! Нет, это тоже. А что ж я там говорю-то? Здорово, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Саня. И так внезапно. Давненько я не записывал, уже забыл, как это делается. Пока не записывал, потому что очень много дел было. Работы много. Так вот, полистал по сайтам, посмотрел, что нового. Ферму давно не заходил, не играл. И увидел, что обновился КамАЗ Основа и появился КамАЗ Самосвал. Что, ну, прочитаю, что нового в КамАЗе Основа. Мод оптимизирован, изменены звуки двигателя, изменено шасси контейнера ВОЗа, добавлен четвертый двигатель на 280 лошадей на тягаче, новая возможность выбора кабины, маркеры на бочке и танкере теперь светятся. Маленькие изменения светотехники, поменялась подвеска тележки под контейнер. А что с ним не так было? Адаптировано под скрипт универсальный пассажир. При выборе дизайна опасные грузы у тягача выхлоп переводится вперед. Так, это у нас Основа. Про самосвал прочитаем. Да тут в принципе все то же самое. Ничего особо читать. Да. Читать не буду. Читать не буду. Мы посмотрим это в магазине. Заходим в магазин. Грузовики. Так, это у нас... Так, начнем с этого, с КамАЗа Основа. Так, добавлен двигатель на 280 лошадей. Так, на 280 лошадей у тягача есть. Резина все та же. Так, а дизайн? Дизайн у тебя можно сменить? Так, ну вот как и говорилось, что это выхлоп переводится вперед. Пожаробезопасный выхлоп, так называемый. Это все старое, это все было. Вот, у него можно новую кабину тоже поставить. Имеется у нас сколько? 9 вариантов дизайна. Так, на белый как-то не очень видно. Вот так давайте. Дизайн. Вот такие вот ушки есть у нас. Чуть другой бампер. То есть, ну, бампер, отбойник. Так, еще крылья вот тут на кабине у нас так получается другие. Так, это у нас уже идет. Уже у нас большие зеркала идут. Дизайн номер 5. А что в нем? Ага, кабина выше. Так, и вот уже пошли бампера. Вот так вот можно сделать старая решетка радиатора с фарами и новый бампер с фарами. Без фар в решетке радиатора. Еще новее бампер. И это, я так понимаю, самый новый. Так, тут больше у нас нечего смотреть. Ну, тут то же самое все, только это перевозит жидкости всякие. Ну, в основном солярку, дизель. Переходим к самосвалам. Самосвалам. Так, что мы имеем? У данного аппарата мы имеем вместимость на... Что ж такое-то, сука, ебаный ковер, блядь. Вместимость на 6000 кубов. На 6 кубов. Ага, это просто дизайн меняется, да? Так, на 8 кубов, на 10 кубов. Так, ну по цветам все то же самое, цвет дизайна. Все вот так вот. Дизайн. Кабины те же самые у нас. Все то же самое. По колесам. Так, выбор двигателя. Тут 280 нету. Тут самое максимум 260. И вот такой вот выхлоп у нас выходит здоровый. Перед задними колесами. Этот у нас выходит, получается, должен... Куда он выходит? Он должен между... А, ну вот он. Рядом с баком. А это у нас такой типа прямоток еще больше, чтобы легче было выходить. Крышка на самосвал, на это так. Колеса.
Евроколпак. Евродиск. Есть с евроколпаком. И такой вот имеется четырехосный у нас КамАЗ. У него так на 9 кубов. 12 и 16 максимум. Выглядит неплохо. Прям неплохо, неплохо. Так, еще писали, что обновилась у контейнера воза тележка, подвеска. Что в ней изменилось? Что не так с ней было? Непонятно. Так, еще имеется для самосвалов. Ага, так, кое-что я не показал. Дурак, блять. Так, крепление, вот. Можно поставить отбойник сзади, можно поставить фаркоп под прицепы. И теперь сам прицеп. Прицеп у нас... Тихо. Вот он. Такой вот прицеп. По-моему, какой-то такой же прицеп уже был. Похожий. Ну да, ну вот он. Типа не фазовский. А это уже чисто от КамАЗа. По-моему, с одной и той же. Тут на 14 кубов вместимость, на 9. Дизайн. Так, это у нас щитки какие-то. Ага. Средний бампер, фары наверху. Получается с отбойником, вот. Так, резина. Резина только евродиск и обычный на 280-й резине. Чё ещё? Прямо заводы тоже не то это отсюда. Ну, по цветам то же самое, что и у КамАЗа, все одно и то же. Теперь давайте, друзья, смотреть уже непосредственно в игре. Так, это у нас... Вот так вот я понадел, поставил 5 разновидностей КамАЗов. Это у нас КамАЗ обычный. С гидро этой... Как она называется там? Какая-то у нас КамАЗ-тягач с... гидрофикацией. Так вот оно у нас выглядит. По фарам все то же самое. По клаксону то же самое. Внутри салона. Кулиса дрожит. А у нас кулиса с мультипликатором, с делителем. Так, ну в принципе тут ничего такого нового нету, все то же самое. Только что-то, по-моему, руль какой-то стал другой. Мне кажется, на той версии руль получше был. Какая-то странная текстура стала. Так. Ну это уже тут все это видели. Контейнер воз, вот мне интересно. Так, ты не в тот, ты сел сядь вот в этот вот. Вот. Красава. Посмотри, а чё, что в нем изменилось подвеска? Поставил я у него двигатель на 280 лошадок, евроколпаки. На прицепе тоже евродиски. Так, ну радиус разворота у него с этим прицепом вообще мизерный. Что с подвеской-то на при... Ага, он качается, понятно. Зачем он качается, а сам КамАЗ качается? У нас, по-моему, тоже качается. Ну, короче, надо ждать, пока сделают версию без кренов. Вот так вот у нас выглядит КамАЗ самосвал трехосный. Поехали. Вот таким прицепом. Там прицеп не по цвету, не по цвету. Выглядит красиво. Он у нас пойдет даже на превьюшку, а может даже пойдет и не он. Но мы все равно на всякий случай сфоткаем. Вот так. А может оба пойдут КамАЗа самосвалы. Так. Открыть можем. Открыть можем. Что мы еще можем? Смотрим. Страна разгрузки влево. Право. Не доступ. Этому участку. Так. Мне...
что я уже забыл, как что тут делается-то, блядь. Так. Это сюда. Ага, не то. Это сюда. Поехали. Смотреть. А почему? Я же переключаюсь на сам грузовик, а не на прицеп. Он мне... Это же самосвал, у него только в одну сторону разгружается. Это не зерновоз. Почему написано? Давай куда-то нам заехать, так что можно было разгрузиться. Смотри, как он территорию. Тут мы ничего не купим. А вот можем вот здесь вот купить. Так, нам надо развернуться и назад. Так, ну все-таки руль, мне кажется, что с рулем что-то не так. Мне кажется, это другой был. И, по-моему, он стал ехать лучше. А, ну это ж не из того парка, где тягачи ехать. Тягач вообще прям, ну, загруженный, еле-еле разгонялся. А этот прям неуверенно так начинает лететь. Поворотники работают. Так, ну, динамика вроде нормальная. Не качает, ничего прям не идет. Тормозит вроде тоже нормально. Так, мы сейчас тут немножко напакостим. Сюда мы выгрузим. Так, смотрим прицеп. Так, вправо. Так, ладно, сначала прицеп. Вправо, влево, вправо. Вправо, влево, вправо. Только влево или вправо. Так, смотрим. Прицеп у нас разгружает нормально. Влево. Вправо. Тоже разгружает. КамАЗ теперь сам. Разгрузиться здесь. Так, окей. Теперь он... Тут, наверное, от этой... От прицепа идет. Ну да, наверное, от прицепа. Так, ладно. Будем смотреть. Четырехосник. И на этом закончим. Вот такое, друзья, видео. Я забыл вообще, как это снимается, как это делается. Не знаю, что говорить, как говорить. Уже разучился, да и не умел, в принципе. Так. Пока на данный момент очень редко будет видео выходить. Лет через 5, дай бог, наберем 1000 подписчиков. Дай бог, дай бог. Ну ладно, сейчас не об этом, сейчас мы про КамАЗ. Так вот у нас выглядит КамАЗик. Также у него крышка открывается. Четырехосный КамАЗик. Закрывается. Вот сделали бы еще 4310 нормально в таком же качестве. Полноприводный или 8x8 такой же. Так, а на него я что-то именно на него я двигатель не посмотрел. У него тоже 280. Я думаю, можно было бы на него побольше сделать. Так, давайте мы его загрузим. 11 кубов он хорошенько так просел. Фары. Фары горят. В кабине как? Ну, в кабине все то же самое. И для РПшек всяких, ну, даже не просто РПшек, а просто поиграть там, песок возить. Сойдет. Опа. Ну, у него, конечно, уже радиус разворота побольше будет.
него и база длиннее. Но и колес больше поворачивают. Но все же это наш КамАЗ. Татарин. Такой вот тупой краткий обзор. Наверное, не знаю, как вам понравится, не понравится. На этом мы закончим, друзья. После такого перерыва не записываем. Не идет как-то. Надо как-то развеяться там. Маленькие видео записать. Ну ладно, сейчас не об этом. А на этом мы заканчиваем. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. До встречи, друзья, в следующих сериях, обзорах, РП и так далее. Всем пока.